Марина, это что, вода, да? А? Это вода какая-то? Пустые. Не, вода это. Внутри-то что было? Пустые. Не, вода, говорю, пустая. Там вода была? Вода была в них. А, да, да. Ну, я про это и спрашиваю. Тебе нужно? Нет, я просто для того, чтобы люди понимали, что это вода была. А не вино. 40 лет, Никита. 40 лет. День в день. Компот. Кто не хочет еще компот? 2 балла. Я уже набулькался. А такой вкусный, Володя. Я пил. А еще вас так? Я не хочу. Нет. Хорошо прошло. Спокойно прошло. А там еще раз. И вот еще кружечек. И выше облаков.
дней. Поешь, у тебя радости нет. Чтобы радость была в лице. Радость в лице. Это не радостная песня. Это песня радостная. Это хорошая песня. Вот это надо видеть. Очень. Давай вот это вот. Радостную. Выбросим сразу в ведро. Чтобы ее не выбросить. Сережа, 791. Что? 791. Садись, слушай. Слышишь, не видно. Солнце в нашем сердце, нас мало вверх, нет лучше той доли, чем быть вместе с ним. В нашем сердце мы с ним живем, он нам скала и опора во всем. О, в нашем сердце, он лишь один. Ничего себе, так это у меня жена готовила. Пускай попробуют. Так они просто, если попробовали, они все съели. Я у нас за столом начал нарядывать. Севастьян, Сергию, всю острову. И все съели. Не старею душой никогда. Никто не ошибся ничего. Собака. Если
Я в старости стал уже глуп, и недавно испорчил мой суд. Но для добрых дел я не жмут, отзовут всегда щедрой рукой. Старое сердце юное будет, если спаситель. Печальте, что старость придет, пусть Христос в сердце ваше найдет. Даже если ты старый такой, будешь сердцем всегда ты молодой. Старое сердце юное будет, если спаситель сам. Хит прям. Нет, кивилки эти хорошие. Ну что ж такие. Да еще можно купить. Я вот послушаю, что, чтобы знали. Вот сюда поставлю, которая для гостей. Вот заклеила, все туда собрала. Почему 50-60? И там ложки, тарелки, и кружки. Сейчас 40, но через 20 лет. 50-50. Так на 50 они еще живы будут. Я уже говорил, что архиерея сажу, машину прощаюсь, благодарю вас. Так, вот только на 50 лет, как будет служить, то митру тогда не дадите. За это, да, тут еще, да, можно. А, сейчас холодильник. Да, пускай он там стоит. Ничего не будет. Вы куда вы летите? Так и просто выстави их, и все. Да, я заберу себе. Да, вот правильно. А что разобьете бачка? Бачка еще давно открытая. Угоды, да? По-моему, да. Допили уже. Ни разу не было здесь. Митрополит в первый раз. А поговорить-то не было. Мы же как я в Вы как будто не знали. Да не может быть. Да, ну все. Все о себе, себе. Да если только ты сама-то не спешь, ты знаешь, а мы нет. Вот это у нас сайт. А медленнее. Новый там время чатать. Как? Я последнего куплета. А там есть эта песня? Здесь есть? Приедешь. Не расскажешь. Начинается. Мимо тепла. Потому что здесь деревья. Мы можем повод устроить любой. Все веры, которые боимся. Давай. Но Игорь, этот, князь Игорь, что ты не Митрополита приглашать, да? Ну, ну, нет, ну повод. Там Игорь, ну, дайте. Володя день рождения митрополита пригласим, да? Как это, как эти алкоголики? Знаете, тихо, вот он просто организовывает все. Как бы так вот, Игнатий Тихоновичу, собрать всех священников и митрополитов вместе с патриархом, а? Чтобы он уже сказал один раз, и все. Ну да. Собрать всех патриархов со всего мира, если бы он раз там не говорил. Вот согласен. Сейчас скажешь, что лучше. Нет, 10 секунд, полтора. Чтобы не было подачи, чтобы не было. А там нет, кто-то.
А что, брат, у тебя? Сел? Я тоже хотела, думала, надо было распечатать именно так. Вот так, все. Вот это было, а это то, что говорил, оно же ничего не было. Вообще ничего. Володя, вот там дверей белый пакетик стоит. Это для ваших кошек обрезки. Уже убрали куда-то. Нет, они лежат, сейчас лежат, замороженные. Там, вот помнишь, мы спрашивали, чего это? Я же сразу сказала. Все. Не нашел, не заболел. Они сейчас там сидят минус 4. Кто забыл? Вот эти? Нина. Нина Александровна Жолнирова. Там только как морозы, так минус пошел сразу. У батюшки вообще живет всю зиму на улице. Давление. Да, мы не только. А он же это, в этой, в сарайке. Ну там никто его не клеит. Не, ну соломку за... У Виктора в кот придется. Я тут все на улице сейчас. Повернуться не успеете, уже будет в избе. Они не наглые, они пользуются случаем выжить. Он понимает, что ему остался месяц, он выжил. Милостивый. Работать.